Сегодня в Ледовом дворце состоялся парад закрытия 4-го всероссийского турнира «Золотая шайба», который проводится на призы олимпийского чемпиона Андрея Коваленко. Наш знаменитый земляк по традиции лично поздравлял участников и вручал призы лучшим игрокам. Хоккей – это спорт номер один. Поэтому играйте, старайтесь, выигрывайте, любите хоккей, занимайтесь хоккеем. Первый заместитель главы АБМР Дмитрий Поперечнев, открывая парад, отметил, что судя по количеству команд, турнир вполне можно считать международным в масштабах Европы, и что у нашего турнира вполне большое международное будущее. Специальными призами от олимпийского чемпиона Андрея Коваленко были награждены 25 игроков из 8 команд, играющих в турнире. Ну а затем приступили к награждению призеров и победителей. Итак, на третьем месте команда «Янтарная звезда» из Калининграда. Серебряные медали завоевали хоккеисты «Газовика» из города Кимры. Ну а победителями турнира стала балаковская команда «Прометей». Наши ребята, получив кубок из рук олимпийского чемпиона Андрея Коваленко, как настоящие победители исполнили гимн Российской Федерации. И сфотографировались всей командой. Тяжело очень далась сегодня победа. И уточнить хотел, мы в третий раз из четырех стали победителями этого турнира. Соперник в этом году был серьезный и со всей страны пришел. После парада закрытия все желающие смогли получить автограф Андрея Коваленко, а также сфотографироваться с легендой хоккея. А сам олимпийский чемпион получил благодарственное письмо за работу с подрастающим поколением.